за остановкой Головко на Леваде. А вот буквально недалеко, метров, наверное, 50 от дороги, дети, совершенно недавно школьники, нашли собачку освежованную. Перезвонили Юный Европеец, наша благотворительная организация по поддержке животных, которая помогает бездомным. Юлечка, как вам позвонили? Значит, вчера около 12 часов ночи в соцсети «Контакт» мне поступило сообщение о том, что детьми в районе, в микрорайоне Левада был найден труп собаки. При увиденных фотографиях меня это повергло в шок, потому что такого жестокого обращения с животными я еще не видела. Несмотря на то, что 4 марта на территории Южного вокзала нами были найдены животные, ну, это вопиющий случай. Здесь явно орудовали маньяки, жестоким образом снимали шкурку с животного. Вы можете видеть, животное здесь провисело, ну, как минимум 3-4 месяца, потому что труп собаки уже полностью высохший. Жесточайшим образом собака была умерщвлена. То есть внешних повреждений, что ее убили, застрелили, этих при осмотре, ну, мною не найдено никакие вот подтверждения, что она действительно была убита. Вот, может быть, даже она была, шкура с нее была снята еще живой, потому что, ну, внешних повреждений убийства я не вижу. Ну, на данный момент животное сожженное как кролик. Мы видим, даже с хвоста выдрали себе шкуру. Рядом дети, ну, дети не хотели сейчас показывать себя на данный момент, потому что опасаются, чтобы чревато это для них не было. Но здесь мы немножко дальше нашли еще мишени, которые сейчас вам покажу. Добираться сюда довольно-таки сложно, потому что здесь все залито водой, потому что грунтовые воды заливали территорию, довольно-таки мокрая, и, ну, я даже не знаю, холодное время года, вряд ли кто-то бы здесь гулял. Ну, одна из мишеней. А еще стреляли? Наверное, да. Кто, в принципе, собачку родил, возможно, тренировался. Наживая мишень. Ну, сейчас мы ждем полицию, которую вызвали. И будем смотреть, что они нам скажут. Боюсь повернуться. Мишень, давай, может, что-то такое. Ну, так, да. Вот, ребята, наша ужасная находка. Добрый день. Здравствуйте, еще раз. Сегодня с вами видели. Уже, да, да. Вот, пожалуйста, вы видите, следы явно профессионального обрядовали. Ну да. И отслежованного животного. Ну да, и висит, то есть и на растяжке висит же, ну, то есть...